Всем привет, это канал Security. Сегодня мы играем с вами во вторую серию прохождения за Рио Гранде. К сожалению, вторая часть я не записал, потому что, точнее, я записал ее, но оказалось, я не подключил микрофон. Да-да, такая вот оплошность. И теперь придется вам смотреть сразу с третьей серии, пропустив вторую. Но там особо ничего интересного не было, я просто много болтал, много всего не понимал, потому что было все на непонятном языке, на английском. Ну, короче, особо даже ничего не пропустили. Тут просто скажу вкратце, что я решил пойти по моторизированной пехоте. Тут поменял пару дивизий. Вот такая вот появилась теперь у меня есть. И вот такая вот одна строится. Также я сделал оправдание войны вот против вот этой стороны. Как она? Белтран Левья. Вот, осталось тут буквально 75 дней. И вон, смотрите, соотношение сил. У меня 14, у них от 10 до 24. Но здесь есть приятный бонус. После захвата их фракции у меня будет плюс 6 военных заводов и один гражданский. Что очень пригодится для моей военной промышленности. Ух ты, а что это у меня? А, ну да. Еще я заработал один сильный дебаг. Вот он. Который мне вообще прям... И вот еще один. Который мне прям вообще много чего поломал. Тут много приятных бонусов, но вот эти два прям вообще все испортили. Также я тут посмотрел. Открылся у нас с вами вот этот райончик фокусов. И теперь можно выбрать один из путей, по которым мы пойдем. Я так посмотрел, вот это, если за эту женщину или это мужчина, непонятно. Если мы за ней заодно пойдем... то будем мы забраться то стали. Но забраться стали я не хочу, я их вообще терпеть не могу и хочу уничтожить. Вот, если за этого пойдем, то можно либо дружить с легионом Цезаря, либо просто остаться демократической страной, ни на кого не нападать, либо можем воевать как НКР против легиона Цезаря. Просто стоит, получается, подождать, когда НКР нападет на легион и присоединиться к ним в атаке на легион Цезаря. Либо вот есть еще есть герой Отах, какой-то Мора. Если мы за него пойдем, то это получается отдельный путь независимости, где они будут... Ну, где он, короче, агрессивную политику будет вести. Ну, та же самая элита получается. Я не знаю, по какому пути пойти. Вот либо этого, либо этого. За братство стали я точно не хочу. Сейчас у меня есть немного времени подумать, за кого. Примерно 8 дней. По игровому времени, но это буквально совсем чуть-чуть, но надеюсь, все-таки разберусь. Так, all enemies, all friends, ambush from, не знаю, по кому пойти, как вообще. Тут столько много просто всего и все на английском и непонятно, кого лучше взять. Можно, конечно, против легиона Цезаря. Что тут? Или за легион Цезаря? А, нет, вот. Цезарь легион, Тусан, become owner and control Тусан. Ну, получается, я просто получаю повод к войне. Но я не буду еще воевать с ним. Ну ладно, пойду вот, короче, по этому. Данте Инферно. Тут еще вот этот, тоже, смотрите, нехило так фокусов, которые взять можно. Но тут на объединение, в принципе, сам воюешь со всеми. Вроде как. А вот еще и Баха, что-то тут можно с ними сделать. Или все-таки по этому пойти пути. Тут так-то прикольные вроде штуки. Да, давайте я, пожалуй, наверное, все-таки пойду вот по этому. Вау, как много всего придется изучить, прежде чем дойду до того, до чего я хочу. Может, все-таки Данте Инферно? Короче, ладно. Будем по пути независимости, нам никто с вами не нужен. Будем сами по себе. Вперед! 21 день. Так, у нас исследование открылось. Давай, моторизированная пехота. Мы, кстати, его с вами качаем. Не помню, я сказал уже про это или нет. Вот. Сейчас война начнется. Paulus Red Wolf. Wolf. Shit Bad Wolf. Gain национальный дух. Paulus Rider. Поддержка войны плюс 2 и стабильность. Минус. Ух ты, нифига себе. У меня минус. Ой, по нулям все. Вот это фигово. Сложновато будет. Сейчас у нас с вами исследуется еще один фокус. Мне нравится то, что так быстро тут все фокусы, не по 60 дней, а всего лишь по 30. Довольно-таки быстро делается, и можно
не ждать полдня, когда там случится что-то, а просто идти дальше. Арою has joined the Brotherhood of Steel. Арой присоединяется к Братству Стали. Кидус, вообще союзы сейчас есть. Легион Цезаря, НКР и Братство Стали. А еще Северная Лига. Больше пока ничего нету. Интересно, какие альянсы в Мексике существуют. Ну я буду агрессором, короче. Я походу по элите пошел. Сейчас у нас Данте Гуэра будет свергнут рано или поздно. Но тут, видимо, не скоро вообще-то. Столько всего надо делать. А, кстати, можно уже, может, можно взять. Тут какой-то election held должен произойти, походу. Еще Леонард Мора из The Current Country Leader. А, и он не должен быть другим лидером другой страны. Прекрасно, он еще может в другую страну прийти, и я, в результате, потеряю половину фокусов, скорее всего. Ладно, надеюсь, пронесет. Ой, это что такое? Energy cells. Энергетическая какая-то фигня. Это. Так, окей. Здесь еще одна следуется. Так, фокусы, что тут? Так, попробуем, короче, мы с вами сейчас выбрать этого. А, нет, нельзя, да? Ну ладно, придется пока по этим фокусам тогда идти. Ничего страшного нет. А вот, походу, может, это Factory Repair Speed 50, Political Power Again, Stability. Так, так, Construction Speed, нехило так. Ну, вот это, в принципе, нужная штука. Инфраструктура, вот это оружие будет строиться. А вот это можно сделать тоже. Texas Arms Association. А что за... Техасская армия ассоциация. Мне походу тут этот повстанцы. Так у меня тут этот восстание было. Тот у меня этот дискомфорт, блин. Дебаг случился очень сильный. У меня тут революционеры. Вот тина. Надо вот этих быстренько захватить, потом к тем прийти тогда. О, все. Начнется битва. Поехали. Надеюсь, мои легко справятся с ними. Так, ну вроде справляются так-то. Эти в рукопашку дерутся против меня. Так. Вот это сделаем. Не знаю, вам интересно или нет, то, что я фокусы тут особо не читаю. Но это долго все переводить, просто не очень удобно. Ну так примерно, некоторые я понимаю, какие понимаю, перевожу. Некоторые я даже не читаю, сразу просто нажимаю старт и все. Так. Так, наши прорываются, это хорошо. Сейчас вот здесь, может даже в окружении возьмем кого-нибудь. Вот с этой линии, скорее всего, мы сейчас можем окружить. Некоторые скажут, о, вот этот надо окружить обязательно. О, и этот тоже надо обязательно окружить. Так, этот, короче, тут оставайся. А можно, кстати, вот сюда прийти. Так, этот задержи. Так, супер. Все. Котелчик неплохой. Сразу пять. Сразу пятерых. Так, все, супер. Ну все, теперь уже нашу армию ничто не остановит. Раз они не смогли их сейчас остановить, то уже и не смогут. А, вон у них еще, оказывается, есть. Ну, там на других границах, видимо, они были все-таки. Но хорошо, что я вовремя успел котельчик оформить. Теперь они уже точно меня не смогут остановить никак. Сейчас вот здесь еще один котельчик навернем. И вообще супер, супер будет. Вот тут перекрой. Так, у нас тут появились новые фигнюшки, которые мы можем использовать. Defensive Quarter Fleet Pairs. Нет, это не то. Продакшн и... А, вот. Неплохо. Производство оружия улучшается на 10%. Быстрее делается. Очень удобная штука. Нужная. Вроде как. Так, если тут еще один фокус. Так. Вичевая атака, Глунглория. Короче, улучшает мою армию, стабильность в стране и все остальное. Тоже супер. Так. Вот эти две дивизии, для них уже все для врагов потеряно.
Тут можно даже остановить битву, пока что. Не атакуйте. Подождите, подождите. Потом нападем всеми силами. Торонты, торонты. Все, супер. Окружили. Сейчас пускай они встанут, куда нужно все. Потом продолжим атаку. Тут у меня инфраструктуру повредил, это плохо. Это очень плохо. Так, у меня свободы-то больше стало. А, нет, все так же 4. Это плохо. А вот так новый юнит у меня. Надо его сюда поставить. Так, новое исследование. Все супер. Где там он? Идет-то хоть. На мотоцикле гонит. Супербайк, супербайк. Ладно, погнали дальше. Так, вот это, наверное, надо остановиться. Ладно, пускай второй тоже идет. Так, шансов больше. Так, что-то тут атака у меня захлебнулась немножко. Так, все. Сотый. Так, две. Сфоркс. Ну вот это полезней. Так, походу сейчас придется остановить ненадолго наступление, возможно. И придется все вручную прописывать. Подталкивать их всех вручную. Так, давай. Засадуем, сейчас устроим котелок. Этот один оставайся тут. А, тут уже есть у тебя там друг один, да? Тогда вот сюда. Так, отвлеки их. Все супер. Еще один котельчик. Теперь уже они точно проиграют. Вот, тут главное, чтобы вот тут не прорвались, конечно, они. Ну вот тут один, еще один мой идет. Потому что сейчас должно быть все супер. В принципе. Давай сюда тоже. Все супер, давайте все сюда. Vamos, vamos! Вперед, скорей! Атакуйте. Котелок. Еще меньше у них получается, не за сколько у нас по потерям. Так, у меня 134, у него 1000. У него еще 14 юнитов, в принципе, уже меньше. Все, еще меньше теперь. О, подождите, атаку. Остановите. Стойте! Остановите атаку! Не атаковать! Вот тут только можно атаковать. Прорыв как раз. Так. Тут можно опять, короче, воевать с Техасом, либо марионеткой его сделать. Но я его захвачу уж, ясное дело. У него там столько фабрик было. У меня поэтому, наверное, 4 фабрики-то и осталось. Так, улучшаем все дальше. Давайте все сюда. Тоже сюда. Вот так вот. Новая Калифорния объявляет войну скорпионам. Что там творится-то хоть? Скорпионы. Но они продвигаются к дамбе уж. Как обычно-то. Нам бы, кстати, нестандартный фокус поставить, раз уж тут Мексика появилась еще. Не исторический, а то и по историческому играю. А, можно так сделать, в принципе. Тут уже мои побеждают по всем фронтам. Тем более у меня оружие появилось, вроде как хватает, или нет. А, ну да, хватает пока что 103 на складах. Там. Потом надо будет Техас захватить. Вернуть, точнее, под мое управление. А, о, смотрите. А, это 13 гражданских, а войны это 4. Вообще мало. Так, пора вот это делать. VTA does not command the hearts and mind of Texas. Many. Короче, мы огромный дебаф этим Техасу делаем. Этим фокусом. Что нам сделать, короче, намного легче будет их уничтожить. Так, пулеметики надо улучшить. Эффект 1 из 2, да? Софт-атак. Вот это больше бонусов.
Хоть и маленький, конечно, по сравнению с тем. Но все-таки. Коммунист! Коммунист! Кстати, по-моему, озвучка из этого, из Total War. Наполеон. Там такая же озвучка была. Инфантерия де ла Хорта, сеньоры. Там еще говорили. А это артиллерия говорила. Да, точно это из этого. Так, механизированную пехоту мы делаем, как договаривались. Что там хоть улучшается? Ну, блин, вообще не хватает. Мне сейчас машина-то кончится и некого будет создавать. Давай, короче. Котлы делаем. Вперед. Атакуй. Ну это точно уж победа, все тут без вопросов, как бы с самого начала знал, что победил, скорее всего. Ну что-то прям они вообще неплохо так держатся, до сих пор войска создают. Учитывая, сколько я у них уже поубивал. Вообще неплохо. Сколько тут уже? 2000? О, 3000 даже уже я им снес. Заводов все еще 7. Я уж сколько территорий захватил, у них как было 7 заводов, так и осталось 7. 6 военных, 1 гражданский, да? Ну-кась. А, нет. Ну, походу я у них все-таки что-то забрал. А вот давайте посмотрим, что тут будет-то. Rio Brotherhood. Ой, не надо это. Setting with table. Торговля. Mexican Tense Dancing Party. Future Ventures. Походу вот это будет союз с ними. А вот это вот война. Скорее всего, the people across the Rio and still members of the Republic. We won't forget them and they won't forget us. Мы не забыли их, и они не забыли нас. Так, ладно. Ну, короче, я надеюсь, что мы их вернем все-таки. Техасцев. В наше лоно обратно. Но возвращать Техас мы, скорее всего, будем в следующей серии уже. Я сейчас вот этих только победим и закончим на эту серию. Чего ты возишься слишком долго, давай. Держись. Бильбей, бильбей. Нападай. Точно их надо управлять, это слишком медленно, что-то не сидят. Вот, наконец-то. Победа! Ура! Теперь у меня должно быть побольше заводов. Сколько у меня теперь их? 10 военных заводов, супер. 12 гражданских фабрик. Фабрик гражданских как будто меньше стало. Так, теперь давай на границу с Техасом. Наставим вас. Так, это так. Еще тут есть проходы. Вот еще есть. Этих вот сюда получается тогда. Тут что? Проход есть? Надеюсь, что нет. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до встречи в следующей серии. В следующей серии мы будем с вами захватывать уже Техас. Всем пока.